Мне так нравятся эти очки. Такие прикольные. Такие прикольные очки. Я когда глаза так вот делаю, смотрите. Вот, сердечки появляются. Привет, как дела? Доброе утречко всем. Доброе утро всем, особенно доброе утро Киеву. Конечно, на улице дождь. Я еще, правда, шторки не открывала. Но, по-моему, на улице дождь. I'm good. Hi, guys. I'm super good. I just woke up like an hour ago. And I'm in Kiev now. Morning. How do you like my sunglasses? Aren't they cool? Как вам очки, вам мои нравятся? Прикольно. Я уже пальчики сделала с утра. О, видите, я приклеила пальчики. Лежу с пальчиками. Сейчас пройдет. О, у нас нет уже дождя, солнца. А, классно. Привет, привет. Чего вы тут пишете? Вау. Good morning. How you been doing? I'm doing good. Доброе утро. Солнце на улице. Let me see. Сейчас давайте посмотрим, какая погода на улице. Сейчас только открываю, там на самом деле солнце. А что тогда это? А что это было? Я думала, на самом деле солнце, небо голубое. А кто тогда меня стучал по подоконнику? Я думаю, так, все, думаю, ладно. Сейчас будет холодно. О, а здесь очки другие, кстати, другого цвета. Блин, вот я думала, тут дождь, думаю, сейчас мы пойдем мусор убирать, дождливый Киев. Ну, like I... Ой, я еще полежу, мне еще сильнее болят. Привет! Слушай, я не знала, что у меня такие салатовые очки. Joke of the day. Okay, I'm so excited to get the joke of the day. What is the joke of the day? Я понимаю, что я сейчас останусь без зарядки. У меня не заряжался всю ночь телефон почему-то. Очень рада, что в Киеве. Я рада здесь быть. Стоит ли искать парня, который после долгих отношений просто исчез, поменяв номера, сказав, что родители нашли ему другую. Вот чувствуешь, что чувство у меня к нему не проходит. Но я считаю, что это такое предательство. Как вы думаете? Вот я зачитала сообщение. Вы что считаете на этот счет? Вот надо спросить всегда у аудитории, потому что общее мнение, оно всегда правильное. Ну, как бы объективное более. Там очень много мусора. Ну ладно. Будем убирать. Hola, tengas buen día, excelencia, fin de semana, linda chiquita tu. Muchas gracias. Y para ti también. Такс. Как прикольно они горят, ну, глаза, этот очки. Так я бы повыше их подняла чуть-чуть сюда. Они не берут, смотрите. А где я, как зажать? Иллюзия. Если я считаю, что если любит, не слушал бы родителей. Ну, спасибо за ваше мнение. Я тоже так считаю, что это предательство. Предательство. А он у вас кто по национальности? Thank you. Я тебя люблю, вдохновляешь. Расскажи, понравился ли, как понравится мужчине. Как зацепить его? Так.
Мне вообще интересно, мужчин надо цеплять или нет? У меня вот здесь вопрос возникает. Чтобы цеплять мужчину, мне кажется, это не женское дело. Мужчина должен проявлять свое, мне кажется. Хотя сегодня, мне кажется, уже все устарело давным-давно. Если женщина мужчине не сделает предложение, как я знаю огромное количество просто историй, то он, наверное, никогда не соберется. Да, чтобы понравиться мужчине, не надо пытаться ему понравиться. Я согласна. You are so kind and beautiful. Thank you. Красиво, позитивно, все благополучно. Спасибо большое. Ладно, я пойду, а то сейчас останусь без зарядки. У меня осталось чуть-чуть, несколько процентов. С чего начать, если хочешь уехать в чужую страну? Начать с того... please speak English. I'm sorry, but you have to ask me something in order for me to speak in English. Я считаю, что уезжать в другую страну, в первую очередь, нужно сначала начать с того, чтобы об этом подумать. Подумать. Потом запланировать. Столько ухажеров, у меня нет ухажеров. У меня есть один мужчина, и у меня никаких ухажеров нет. Конечно, не надо никого цеплять, навязываться, и итог все равно будет не нужен, не будет. Нужно быть, нужно, чтобы мужчина захотел зацепиться, тогда есть будущее. Вот я соглашусь, но здесь у нас все равно маленькие секретики есть. Правильно? И один из главных секретиков это быть лучше, чем остальные. Быть интереснее, быть, я не знаю, с другой энергией, быть на других вибрациях. Я вам сейчас напоследок уже грузану вас, так и быть. Просто сейчас очень прям плотно работаю со своими вибрациями. Where it'll be able to see you in US? Not yet. I don't know when I'm gonna go there. Да, смотрите, когда женщина... Вот сейчас мужчина, согласитесь, вот мужчина, вы независимый, мы с вами не договаривались. Я тут вам деньги не платила, чтобы вы писали то, что нужно. Мне вот интересно, даже мужчины сейчас нам скажут. Мужчина, пожалуйста, минуточку внимания. Очень прошу. Послушайте сейчас. Мне нужно, чтобы вы ответили. Вот смотрите. Допустим, есть женщина, которая вот на нее смотришь, да? И глаз отвести не можешь. Не потому, что она какая-то красавица, там, и там она как-то отличается, там у нее глаз третий на лбу, а у других нет. Нет. То есть она может выглядеть как угодно, но что-то в ней есть. Вот есть в ней какая-то энергия, которую ты просто не можешь отвести глаз, или ты начинаешь думать. Вот про вибрации мы говорим сейчас. Про высокие вибрации, про то, когда женщина сияет, как радуга. Когда в ее радуге присутствуют все семь цветов. А не когда у нее только серый цвет, белый, может быть, там желтый прорезать. И она хочет всего-всего. Но при этом у нее вот эта вот внутренняя радуга, свет, лампочка, отключена. Потому что энергии нет. Понимаете? Высокие вибрации, про которые мы сейчас будем говорить, они притягивают. И вот, мужчины, у меня к вам вопрос. Вы со мной согласны? Или согласны? Ну, правда, согласны или не согласны? Как вы считаете, что в женщине больше такого есть, чем в мужчине? Ну да. For you to have this power to talk. I actually, you know, I make my money by talking. That's why it's a power of talk. I've been working on TV for many years, and I've been doing a lot of things. Вот, мужчины, я бы хотела, смотрите, чтобы у вас спросить. Вот, допустим, три примерно одинаковых женщины, да? Но одна вот из них изнутри что-то из нее сияет, правильно? Вы будете на кого смотреть? На ту, которая будет внутри вымирающим, недовольной к жизни лебедем? Или вы будете все-таки привлекать ваше внимание женщина, у которой горят глаза, сияет она? Spanish, please. О, necesitamos práctica para hablar en español con mi video, live videos. Pero muy abierta para traer. 22-й Форт Боярд начнется. Да, кстати, на СТС Форт Боярд с 22 сентября. Смотрите мою серию в октябре, я думаю. LGBT loves you.
Guys, we love you too. And let me explain to you something. I want to take a chance and explain. LGBT guys are not welcome in Russia, like everybody says. It's not true. Nobody will ever come and tell you anything. We just in Russia, they just against all these activities, big activities. So welcome to Russia. I'm actually in Ukraine now, and I live in UK. I just wanted to tell you that. Окей, я должна идти. Я вас обожаю. Как зажечь свою радугу? А я вам расскажу, как зажечь свою радугу. Вика, тебе у меня такой вопрос. Ты бы вышла замуж за мусульманина? Мне кажется, здесь, если ты любишь человека, то выходишь замуж за любящее сердце, а не за религию. На завод пойти поработать. Я сейчас иду на завод поработать. Хочу. Еще как хочу. Thank you, John. Я хочу еще как. Знаете, я сейчас пойду сейчас убирать мусор здесь, в Киеве. Вот вы тут присоединяйтесь, кто сидит, лежит, кому делать нечего. Пойдемте с нами. Про экстрасенсов не верю. Не верю. Никто мне, ни один экстрасенс в жизни никогда не сказал правду. Никогда. Ни один, какой бы он сильный ни был. Типа. Рецепт имбирного напитка уже в сторисах. Успейте посмотреть, потому что сторисы закончатся вечером. Мерлин Монро напомнит. Вы тоже не верите чему? Do you like to visit Lebanon? I actually was there a year ago. No, yeah, a year ago. Exactly a year ago. No, a year and a half ago. We have a cover photo shoot over there. Все, я пошла. Каким патчем пользуюсь? Вот мне вчера подарили крутейшие, очень крутые тоже патчи. Они из Кореи. Я холодильник на ночь поставила. Love you. Big kiss.